Ciao, amici, pizza, por favor. Друзья мои, мы поздравляем вас с днем пиццы и к этому знаменательному событию мы пригласили не менее знаменательного гостя сегодняшней нашей передачи. Итак, Александр Ипатов, шеф-повар, пиццеролог, или как? Как вас зовут? Пиццерий. Пиццерий, да. Александр и Александр Шнуря. Тёзки сегодня будут вместе готовить. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Мы вас поздравляем с этим праздником, потому что я думаю, он ваш праздник, это тоже, в том числе. Да, часть нашего праздника. Давайте сразу скажем телезрителям, какую пиццу мы сегодня будем готовить. Сегодня мы будем готовить самую популярную уже, наверное, многие времена пиццу Маргариту в честь императрицы Маргариты Савойской. Это... Они даже не говорят пиццу, они говорят просто Маргариту можно. Да, можно Машу, да. Кто прям любит пиццу, можно Машу. Маргарита, обалденная пицца она будет. И, в принципе, можем начинать. Да, давайте мы перечислим, какие ингредиенты нам понадобятся. О, здесь очень много сыра. Она прям такая сырная-сырная. Очень много томатов. Прям такой томатный соус будет, сырный соус будет. И прованские травы, заранее приготовленный соус. И такая дрожжевая, мягкая, но с корочкой лепешечка. В принципе, все, что можно найти в холодильнике, да? Да, в принципе, элементарные эти ингредиенты. И очень вкусная, кстати, пицца. Она действительно прям обалденная. Я так понимаю, это вкусная пицца без колбасы? Нет. Ну, еще мы подключаем как бы здоровое питание и так далее. Исключаем все. За кадром еще Александр говорил, что это все враки, это все мифы, что пицца вредна. А нет, Александр сегодня все разрушает мифы. Да, я за классику. Пицца должна быть. Можем приступать. Да, давайте, да? Конечно. Я так понимаю, буду резать помидоры. Да, я вам дам такой. Хорошо, спасибо большое. Порежьте помидорчики, вам нужно будет... Да, давайте вам покажу. И, пожалуйста, вдоль. И оставляем вот в таком виде, возвращаем. А вот обрезать, как называется, наверное, попки, да, их не нужно? Попочки. Можете обрезать, можете нет. Ну все, на ваше усмотрение. А я, наверное, займусь тестом. А я буду созерцать. Руководитель. Да. Ну, Александр, рассказывайте, сколько лет вы уже в этой сфере? Ой, в этой сфере я уже, если честно, лет 15. Ого, это срок. Несмотря на то, что я выгляжу очень молодо, да. Я кухню полюбил в раннем возрасте. А еще итальянскую кухню, это вообще, это мой просто фаворит. А как случилась любовь с итальянской кухней? Случилось это, когда я устроился здесь, в Бишкеке. Был у нас такой небольшой итальянский ресторанчик. Я туда устроился, я был очень маленький. Маленький, худенький, молодой. Я туда попал, и знаете, к несчастью, я только начал работать, мне это все понравилось, я поломал ногу. И мне пришлось Там надо стоять, куда-то ходить, суетиться. Да. То есть вы устроились даже не официантом, а сразу поваром, помощником? Да. Ого. Я, стремился, честно, именно стремился. Я насмотрелся всяких фильмов, всяких итальянских этих, и мне... А в семье разделяли ваши интересы? Да, конечно, им же классно, когда кто-то сидит и готовит. Вы жена? Согласна. Да. Вот повезло. Мне кажется, очень. Вы готовите дома? Готовлю, когда время есть. То есть по большей части все равно готовит жена, да? Да. И когда гости приходят, она, наверное, вам доверяет, да? Простите. Основные блюда доверяет мне. Основные. А вот скажите, итальянское блюдо, это же не только пицца, да? О чем еще итальянская? Ой, итальянская кухня. Знаете, итальянская кухня — это песня просто кулинарии, да. Если французская, да, является прям любовь кулинарии, итальянская кухня — это просто песня. Тут каждое блюдо, в чем мне нравится, минимум продуктов, но эмоциональность итальянская присутствует везде. То есть даже они просто помидоры режут настолько эмоционально и прям в душу вкладывают в каждый продукт. Вот почему я и полюбил эту кухню. Мне очень это понравилось. Возможно, я так увлеклась нарезкой и упустила этот вопрос. Знаете ли вы итальянский язык? К сожалению, не особо. Мне нужно было учить английский. И было в планах, и остается даже сейчас итальянский язык у меня, да. Он как бы сейчас на первом месте изучения. Ну,
Грациас, Доминас, Уно Консьоне, Баста, Нон. Это я знаю, да. Если вы скажете кому-то, что вы итальянец, поверят. Кстати, да. Алессандро Дадори, Дорини, вот он, шеф-повар. Как бы сказать, пиццерии, да? Пиццерии, да. Есть отдельная, да, такая вот? Да, это была, кстати, отдельная категория поваров, они занимались только фокаччо раньше в истории, давным-давно. Вместо пиццы готовили фокаччо. Ну, способ приготовления был, конечно, жесть. Потому что фокаччо делают то, что я видите, аккуратненько мнули пёшечку, они делали это ногами. Ноги? Да. Ну, в то время как бы не такие были навороченные кухни, как сейчас. Им приходилось это делать. Ну, это крестьяне так делают, конечно. А вы когда-нибудь прибегали к этому старинному методу? К счастью, для моих клиентов почти нет. Слава богу. Честно говоря. Я извиняюсь, я нарезаю, видимо, слишком толсто, но мне немножко сложновато почему-то режутся эти помидоры. И правильно ли я это вообще делаю? Да, в принципе, нормально. Можем... Вам... Тут, в принципе, нужно... Наверное, ножик, да, у меня? Несколько колечек, помидорки тонкими ножами. Угу. Да, я вижу, что... То есть несколько колечек нам, в принципе, достаточно. А, да? Ну все, тогда я не буду переживать. А мне пока почистить чеснок, да? Займётесь чесночком, да. Конечно. Потом будете нарезать сыр. Александр, а мне вот всегда интересно, вы как мастер по пицце, вы ходите в пиццерию нашу местную? Да, конечно. А оцениваете, наверное, не просто так, наверное, кушаете, да? Ой, не, знаете, нет, я из таких людей, я не критик. Я не критик. Для меня бутербродик с колбаской с утра на завтрак. Или... То есть нету такого, чтобы я критиковал кого-то. Потому что, знаете, когда ты работаешь в этой сфере, ты знаешь, что она настолько сложная, и ты просто уважаешь коллегу, который вкладывает душу в блюдо. И ты понимаешь, когда там пересоленная или пережаренная пицца, то, возможно, у человека нет настроения, скажем так. Но советую коллегам всегда подходить с максимально классным настроением. Это очень важно. Согласен с вами, потому что я в ресторанах или в кафешках никогда не могу нагрубить официанта, потому что я сам в свое время работал официантом, я понимаю. Ну, это еще и воспитание, правильно? Да, это еще воспитание. И я, честно, негативно отношусь к людям, которые начинают вот такие критики. Да, не спорю, там, они асы там, или еще что-то, но уважение должно быть. Таких людей никто не любит, я вот скажу прямо. Да. Как хозяйка, которая готовит дома, если мне начинают критиковать еду, я это не очень люблю, но хотя мы должны принимать, конечно, критику. Можно я еще задам вопрос, как мне резать чеснок? Очень мелко. Очень мелко. Очень-очень мелко, да, очень мелко. Чем мельче вы нарежете, тем лучше. Ну я вот так я дома обычно нарезаю мелко, я так попробую и здесь. Александр, как многим известно, сейчас на первом месте американцы, да, по поглощению пиццы. О, да. Как я знаю, в сутки они 350 кусков могут скушать. Это просто фанаты пиццы, и итальянцам, конечно, это приятно. Но действительно Америка сейчас занимает первое место по потреблению, приготовлению и... рецептуре. Они прям офанатели пиццей. А они кушают исконно итальянскую пиццу или она как-то видоизменилась? Ну, американцы вообще любители все изменять под себя, скажем так. И они, да, они пиццу. И, кстати, да, вот то, что мы пиццу сейчас едим в ресторанах, на самом деле это американская пицца. То есть популярность распространения рецептуры это американская. Ну вот, кстати, я хотела узнать, да, итальянцы, они делают, насколько я знаю, очень тонкое тесто. Или это неправда? Да, правда. Тонкое тесто, это им. И итальянцы, они делают тесто специально. Оно дрожжевое, но оно с корочкой, и оно не такое пышное. Это целое, почему я говорю, они с душой относятся. То есть они прям глобально погружаются, и тесто они делают, да, особенное. И почему-то, когда речь заходит о пицце, о шеф-поваре, всегда на ум приходит мужчина. Да. Мало когда женщина на ум приходит. Я, кстати, да, у меня даже в голову не приходило это. Это что, издержки профессии? Очень частый вопрос. Задают мне очень часто, почему мужчины, почему, что в женщинах не так. Нет, женщина... Особенности профессии. Да, есть, знаете, ну, мужчина, скажем так, как вам даже так объяснить,
он к кухне относится немножко, ну как, не примитивно, а прямо. То есть сказал, сделал. Женщина, она начинает много философствовать, думать. Да. А вдруг я сделаю вот так, чтобы оно получилось еще... Ну, то есть женщинам мы отдаем определенное место, фантазируй, импровизируй, только меня не трогай. Ну... Извиняюсь, что перебила, но хочется отметить, что мне кажется, все-таки в любом блюде самый лучший повар – это мужчина. Я так считаю. Ух, Саш, молодец. Солидарен. Честно. Согласен. Солидарный. Да, ура, ура. Согласны. Так что это вам намек, мужчина, что стоит чаще выходить на кухню и, возможно, даже не помогать жене, а заменять ее на кухне. А вы мастер-классы ведете, Александр? Да, я сейчас являюсь бренд-шеф студии Orange кулинарной. Мы там ежедневно, еженедельно проводим абсолютно различные мастер-классы. А дегустационные такие дни вы проводите там? День открытых дверей, чтобы продегустировать там? Да, мы проводим. Мы проводим очень... Ну, у нас, знаете, в последнее время, скорее всего, закрытые такие вечеринки. Так, пандемия, да, вернемся к тому нашему... Потомовочкам заходят. Да, с масочками, в перчаточках. Ну, то есть мы сейчас сократили немножко, да, и по предварительной записи. Здесь вы видите два базилика. Я использую два для чего? Фиолетовый, как мы называем райхон, да, это тоже базилик. Он более ароматный. Он нежнее и ароматнее. А базилик классический зеленый, он более открывает вкус. Поэтому я всегда добавляю два. То есть нам нужно добавить наш соус оба базилика. И сейчас мы... Вы просто шикарно режете чеснок. Да? Обалдеть. Я наблюдаю. И, да, это просто замечательно. Угу. А я мне думаю... нужно еще нарезать? А? Нет, хватит. Хватит, да? Хорошо. И знаете, я вам такой маленький секрет по чесноку скажу. Когда мы делаем для, на свидание, да, скажем так, но мы любим чеснок и не хотим, чтобы у нас долгий был запах. Да, мы просто заворачиваем чеснок в фольгу, отправляем в шкаф духовочный на 4-5 минут. Достаем, остужаем и приготавливаем любое блюдо. Остается вкус, аромат, но послевкусие быстро испаряется. То есть мы можем, да, до поцелуев подождать буквально 15-20 минут. 14 февраля скоро. Да. Где же вы были раньше, Александр? А? Где же вы были? Мучилась моя девушка. Ну да, это для любителей чесночка. Александр, а у вас есть своя рецептура такая? Эксклюзивная? Да, авторская. By Александр. Авторские блюда, да. Ну я, знаете, я больше мясоед. Да, я мясо. Я правильно нарезаю? Да, такими ломтиками. Так, он все меньше времени, говорят, стоит. 5 минут у нас в распоряжении. Все, мы закладываем соус. Успеваем, да? Да, конечно. Все, наш соус готов. Все, что нужно для классики итальянского блюда, это томаты хорошие, это чеснок, базилик, немножко соли, оливковое масло обязательно. И все, вуаля. Знаете, а вот вы на другой стороне это делаете, противня, это так и будет помещаться в духовку или нет? Да, это, знаете, это такое издержки профессии, скажем так, это более удобно ее снимать. Зачем нам эти борта, да, мы раз ее сняли и как бы все. Век живи, век учись, Саша. Очень много интересного я сегодня узнала, между прочим. Еще и до эфира мы поговорили. Вот вы за кадром говорили, что раньше это тесто служило как бы... Под носом, да, служил? Да, вообще фокаччо в Древнем Риме готовили лепешки эти не для того, чтобы оно было вот таким блюдом. Это было удобство, это было, служило как тарелка, можно сказать. Потому что это фокаччо готовили для этих работников в полях, которые работали. И для них готовили, и им уже готовую, скажем, тарелочку. Сверху кидали всякие пряности, абсолютно разные. И просто давали, а эти ребята складывали пиццу и кушали, и им не нужно было мыть посуду. Для ленивых, кстати. Да. Большое количество пармезана. Прям эта пицца любит. Еще резать? Ох, ничего себе. Я старалась. Вот вы сыроед. Давайте вместе соберем. Давайте. Раскладывайте очень красиво черри, помидорчики. Очень красиво это вот как их нужно полет фантазии. Прям полет фантазии включаете. Включай женщину.
Да, мы же фантазируем, женщины уже об этом сказали. А, вот, все, я буду знать. А я пока поделюсь занятным случаем. В 2007 году бывший премьер-министр Италии Берлускони раскритиковал финскую кухню, говоря, что у них никогда не получится пиццы. И что вы думаете, в 2008 году первое место на Всемирном форуме пиццы заняла финская кухня, вот это, а итальянская заняла это вот они второе. Решили отомстить, да, наверное, да. Так? Вот так вот. И они свою пиццу назвали видите. «Сладость Берлускони». Какие молодцы, я сейчас просто за сердце схватился, на самом деле. Финны в 2008 вот так вот в отместку Берлускони победили на мировом форуме. Ну вот итальянская кухня, как я понимаю, это кухня для души, да, такая все-таки. А вы напиваете, когда готовите? Конечно, я сейчас даже, но у меня Берлускони просто не сходит из головы. Все, мы ее украсили. Вообще итальянцы говорят, что формула счастья нашего – это вино, еда и футбол. Вот наши три страсти. Формула мужского счастья, я так понимаю. Да? А, да, футбол тоже. Там, ну, похлеще мужчин будут болеть. Все, в духовочку. Нашу пиццу мы отправляем в шкаф. На верхнюю полочку. Мы масло добавили, да? Масло мы сейчас берем, потом достанем, сбрызнем и обратно. Мастер лучше знает. И сколько минут она должна будет запекаться? Знаете, чем выше температура, тем меньше времени. Но в среднем пицца запекается около 8 минут. Если говорить, да, о классике итальянской кухни, когда я был вот именно на самой классической итальянском ресторане кухни, там печь, там просто ад был внутри духовки. И у них такие, знаете, длинные, огромные палочки, лопаточки, да. Потому что близко нереально подойти. И там запекалось в течение трех, буквально, максимум четырех минут пицца. Супер. Там пиццы они делают, конечно, добротные, скажем так. Как я проголодался. Да. Ой, друзья мои, на такой аппетитнейшей ноте мы завершаем нашу беседу, нашу кухонную беседу. У нас в гостях побывал Александр Ипатов, шеф-повар пиццерии. Спасибо большое. Берегите себя, свое здоровье, свои руки берегите. Ой, и вам тоже спасибо. Хорошо. Спасибо, Александр, за помощь. Было просто супер. Я старалась. А мы продолжаем.